Rising Show. Новые полицейские увидели джип с номерами ВР, стоящий на газоне. И ни секунды не задумываясь, лично вкопали знак «Стоянка разрешена». Вся страна недавно наблюдала за тем, как в Полтаве четверо новых полицейских скрутили деда только за то, подумать даже страшно, за то, что дедушка торговал картошкой на улице. Всех заинтересовал вопрос, что ж такого страшного совершил этот дедушка и как на самом деле развивались события. У Дизель-шоу есть своя версия произошедшего. Картошка! Картошку покупаем, 7 гривен килограмм. Картошечка. Дед, ты что здесь устроил? Торговлю, а ну, убирай свою картошку отсюда. А кому я мешаю? Мне, кому? Я сейчас сюда свою тачку буду парковать. На тротуаре? На тротуаре. Мне можно. Номера видел? Знаешь, что такое ВР? Наверное, воровская рожа. Дед, ты что, бессмертный, а? И я сказал, пока я картошку не продам, отсюда не уйду. Вот. Ладно. А? Сколько стоит твоя картошка? 7 гривен килограмм. Найди 500 и вали отсюда. У меня не будет сдачи с такой крупной купюрой. Есть что-то мельче? У меня? Ты что, меня обидеть хочешь? Ты уже меня обидел. Дед, не доводи до греха, чтобы мне не пришлось еще один храм строить. Я же с милицию вызову. Какую милицию? Нет ее давно. А кто ж меня тогда 20-ку за место содрал? Дед, ты не понял? Мне пофиг, ты понял, дед? Я сейчас твою картошку застрелю, вот каждой в глазку. А потом тебя, ты понял? Вали. Помогите кто-нибудь, помогите! Вали! Руки вверх, полиция! Воп-воп-воп-воп-воп-воп-воп, все! Мужчина, здесь небезопасно, отойдите. Дед! Мужчина, вы обронили. Дед, не дури! Что у тебя в ведре? Что здесь? Картошка. Картошка? А. База, экипаж 123. У нас ситуация картошка. Какая же ситуация картошка? Алло. Трой, мужчина, все в порядке. Идите по своим делам. Мы все сделаем сами. Деда, подожди! Менты, вы что, сдурели, что ли? Не волнуйтесь, мужчина, не волнуйтесь, мы его обезвредим. Спасибо вам за сигнал. Руки быстро! Вы что, с дубу рухнули, алло? Вы что, мне пушку отдали? Я же могу и шмальнуть, я дурак. Мужчина, пожалуйста, не шумите. Вы что, не видите, у нас тут дед опасный с картошкой? Дед! Не дури! Не дури! Не дури! Эй! Да, я вас слушаю. Алло, у меня пушка. Я бухой. Я за рулем. Делай что-нибудь. Мужчина, я вас очень прошу, не мешайте, не бейте полицейского, пожалуйста. А ты, старый хрыч, руки поднял быстро. Это что такое? Это шокер. Мужчина, вы что? Вы могли бы пораниться, аккуратнее. Дед, руки! Представляете, стою, делаю селфи, тут бах! И кто-то мне телефон прострелил. А что это у вас тут происходит? У нас тут дед. Дед? Дед! Срочно, подмога, две машины, здесь дед! Дед с картошкой! С картошкой? Срочно 6 машин, дед с картошкой! Этот вам не мешает? Мешает, Саня, убери его! Мужчина! Наконец-то!
Чем я могу вам помочь? Чай, кофе, теплое одеяло. Пиво мне, блин. Хорошо, возьму темное и светлое, понял. Дед! Дед, не дури! Что у тебя за картошка в руке? Синеглазка. Дед, медленно опусти синеглазку на пол. Медленно. Ой! Женя, нет! Блин, менты, что вы такое курите? Ё-моё! Я тоже такое хочу! Мужчина, ну что вы не видите, что здесь происходит? Блин, вижу и офигеваю! Ты как, в порядке, Жень? Нормально, кажется, два ребра сломал. У нас ранен офицер полиции! Вызывайте скорую! Это раненый полицейский. Не надо скорую. У нас тут подозрительная картофелина. Нужна собака. Это вам от всего нашего отдела. Да не ему собака. Служебная собака. Извините. Блин. Дети, шевелись. Менты, ну вы гоните. Ну шевелись, мы тебе сказали. Я не шевелюсь. Замри. Я не могу полностью замереть. Дед не подчиняется. Нужна собака, срочно собаку. Собаку. Рекс, картошка. Собака не справилась. Высылайте саперов. Блин. Дед, ты мне нравишься. Менты, оставьте деда в покое, забирайте меня. Алло, я убил человека. Убил и съел. Труп до сих пор на набережной Оболонской лежит. Мужчина, это не наш район, идите в свою машину. Ё-моё. Руки, дед! Руки! Руки! Деточка, я понял, я полностью осознал свою вину, каюсь. Может, я просто возьму картошку и перейду в другое место, а? Поздно, дед! Все зашло слишком далеко. Мы закончим это здесь раз и навсегда. Менты, у меня кокаин. Руки, дед! Спасибо, мужчина, мы не будем. Все, дед, не бойся, я с тобой, отвалите. Что вы делаете? Что вы делаете? Нет, отчаянный! Дед, ты крутой. Я твой фанат. Внимание, у деда заложник. Полная боевая готовность. Вы чего? Алло. Не стрелять! Не стрелять! Уберите пушки! Спокойно! Я психолог. Дед, спокойно, дед. Спокойно. Спокойно, дед! Какие у вас... требования. 7 гривен за килограмм. И все мои требования. Доченька, у меня кроме картошки ничего нет. Отцепляйте район, ему нечего терять. Отцепляйте район. Я попробую вывести заложника. Дед? Спокойно, дед. Ага. Спокойно. Да, спокойно. Дед, тихо. Дед, все нормально. Все хорошо. Отпусти заложника, старый псих! Да ну себе! Я лучше с дедом останусь, с ним спокойнее. У заложника стокгольмский синдром. Доченька, у меня один вопрос. Тихо! У него вопрос. Что здесь, мать вашу, происходит, а?
Я просто... Я просто хотел продать картошку! Не в том месте ты картошку собрался продавать, дед! Ага, не в той стране! Да, я войну прошел! Войну! У нас преступник с боевым опытом! Высылайте спецназ и вертолет! У него все еще заложник. Да ладно! Офигеть! Вот это кино! Блин, я даже название придумал. Тупой еще тупее. И еще куча тупых. Офигеть! Офигеть! Блин! Вертолет! Охренеть! Дед, ты звезда! А это что такое? Где? Огонь на поражение. Нет! Вот это меня торкнуло. Весь художественный вымысел в этом номере – это то, что простого деда спас мажор. Все более популярной становится поговорка. У работников Киевской прокуратуры глаз алмаз. В последнее время дело бриллиантовых прокуроров снова набирает обороты. Итак, история одного обыска. Да. Оставаться на своих местах! Это отдел по борьбе с коррупцией! Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы сказали... Чай, кофе, новые должности... Ну, вы пока думайте, мне нужен телефон, разговор закончить. Ну, ты говоришь, 20 соток на берегу моря. А почему так дорого? Княжеский дворец? Слушай, давай два. Да, покупаем. На чем мы остановились? Отдел по борьбе с коррупцией. Так. Вы имеете право на адвоката. А чего вы как-то скуксились? Вот начали так хорошо, бодро, а сейчас что-то бе-бе-бе-бе-бе-бе. Да просто вы как-то странно реагируете. Обычно, когда мы забегаем, люди начинают в панике. Деньги есть, документы, а вы как-то... А я наелся. Прям до изжоги, вы знаете, ребята. Так, мы год за вами следили. Так. У нас есть оперативная запись, пожалуйста. Ну-ка. Так а скажите, сколько надо заплатить, чтобы закрыть дело Коняева? Труханов, да? Коняева, это будет... Это я. Обычно по такси $10,000. Да? А что вы так смотрите? Да, дешево, но дело плевое было, вы знаете, ребята. Вот когда я взял 15 миллионов по курсу 8, вот это было, конечно. То есть сейчас вы подтверждаете факт взятки? Конечно, это все-таки рекорд, который никто не перебил. Вы что, ребята, не выписываете вестник прокуратуры, что ли? Какой вестник? Какую прокуратуру? Сейчас, одну секундочку, ребята, жена звонит. Вы тут обыскивайте. Да-да, что тебе нужно? Гривны? А ты где? Дома? Тогда поднимайся на 5-й этаж. А, только 3 этажа? Ой, слушай, а ты где? А, в квартире? Подожди, в каком городе? А, район?
А это тот дом, в котором мы все квартиры купили? Понял, да. Слушай, а что видишь перед собой? Моя золотая статуя. Ну так это в каждой квартире. Что еще? Вертолетная площадка. Все понял, сориентировала. Значит, идешь сейчас по коридору, там будет золотая комната. Ты ее проходишь. Потом будет янтарная, ты ее тоже проходишь. Там будет кладовка. Не-не-не-не, эти деньги не бери. Это для камина, это меченые. Вот, видишь, сейф? Да-да-да-да-да. Код, дата моей первой взятки. Все, целую, давай, пока. Ну что, ребята, как успехи? Есть успехи. Так. Мы тут посчитали, здесь 3 миллиона гривен. Ровно? Да. Спасибо, ребята, что посчитали. Никак руки не доходят. Слушайте, а можете еще вот этот пакет с рублями посчитать? А зачем вам российские рубли? А что, прокуроры не люди, что ли? Вы что, думаете, мы в туалет не ходим? Так. Мы вам подкинули меченые купюры. Где эта пачка? Да, сейчас где-то... Вот же она! Стол подпер. А то, вы знаете, шатается, а на новый стол в бюджете денег нет. Ну? Вы взяточник! И? Думаете, на вас управы нет? Управа есть. Так. Пишите. Так. В лесу есть дуб. Ага. В дубе дупло. Дупло. В дупле сундук. Сундук. В сундуке утка, в утке заяц, в зайце яйцо. И в яйце компромат на меня. Мы передадим дело в суд. Какой? В Печерский. Брату. В Шевченковский. Свату. Областной. Куму. А в Украине много областей. Да. Например? Черниговская. Ай. Не люблю с тещей договариваться, но придется. Так. Вот это хорошо. Это что такое? Это, ребят, не вам, это на залог. 4 чемодана? Да, мне обещали, что меня будут 4 раза арестовывать и 4 раза отпускать под залог. А мы сделаем так, что вас не отпустят, потому что в стране должен быть закон и порядок. Вот это правильно, я тоже за порядок. Здравствуйте. Ой, я позже зайду. Да нет, о чем вы говорите, это антикоррупционный отдел. У них там какая-то операция. Ну, что вы хотели? Я хотел вот деньги, чтобы закрыть дело. Какое дело? А то я сейчас деньги возьму, дело не то закрою, да? А потом будет бардак. А нам нужен порядок, правильно, ребята? Да, да. Нет. Что вы себе позволяете? Ребята, я же вам не мешал. Вот и вы мне не мешайте, пожалуйста. Какое дело? Селезнёва. Селезнёва. Все хорошо. Все, идите, все будет в порядке. Ну-ну, да. Продолжим. Мало того, что вы взяточник, так? Вы еще и преступников покрываете. Каких? Ну-ка, расскажите. Ваш сын, да, сбил пешехода. Ну? Что ему было за это? Ну что, отругал его, всыпал по первое число. И отпустил, он же ни в чем не виноват. Как отпустил? Как не виноват? Ну а в чем виноват человек, если он просто переходил дорогу? Ну? Егор Григорьевич, да? Вам тут передали? Да. Так, стоп, что в коробке? Заинтересовались? Тогда давайте сначала, Яночка, давай. Таран-тан-тан-таран-т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 ан
Да тут и думать нечего. Там доллары ворованные. Это окончательный ответ? Да. Вы поддерживаете? Да. Очень интересно. А вот и нет, ворованные евро. И приз уходит прокурору в Киевскую область. Так, хватит. Да-да, скажите, хватит, чтобы не несли сегодня. Ну-ну, договариваться давайте. Вы кем хотели стать в детстве? Полицейским. Нет, с вами не получится. А вы? Космонавтом. Поздравляю! Завтра у вас первый полет с Байконура в 8 утра! Вы что, деньги предлагаете? О, за догадливость! Вот еще и бонус! Ну? Это ж сколько здесь? Ну, где-то 140-150 лет вашей месячной зарплаты, ребята. Какая разница, сколько там, это взятка? Нет, это не взятка, это другая жизнь. Ты что, не понимаешь, он нас проверяет, да? Да. Ну, если это не проверка, я тебе этого никогда не прощу. Заберите ваши деньги.
О, а это поступок. Честность нужно поощрять. Ну-ка, давайте-ка я вам напишу сейчас повинную. Пишите. Кого брали, сколько брали, кому давали. За время своей службы я брал взятки в размере 1-0-0-0-0-0-0-0. Дайте листик вот этот, пожалуйста. 0-0-0-0. Ага, спасибо. Вы присаживайтесь, это надолго. 0-0-0-0-0. Так, вы издеваетесь над нами? Немножко. Вам придется проехать с нами. К сожалению, не могу. Почему? Не хочу. Как это? Егор Григорьевич. Вот, пожалуйста, смотрите. Это справка о том, что у меня в данный момент инфаркт. Вот это. Я сейчас прохожу реабилитацию. А это подтверждение иностранных специалистов. Ну? Так! Вы так не отвертитесь просто. Мы у вас нашли в кабинете вот камушки. Ага. Пожалуйста, денег. Столько, что 3 месяца считать надо. И еще ваш сын сбил человека. Вы арестованы. Яночка, код 112. Одну секундочку. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой, большое здравствуйте. Вам спасибо за то, что вы сохранили наши пенсии. Вы знаете, пенсии за 15 лет всего района. Дай Боже вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Я их забираю. Конечно, конечно. Вот видите, пенсии. Пенсии. До свидания. Егор Григорьевич, наша вам с кисточкой. Здравствуйте. Ой, спасибо. Спасибо, что сохранили наши камушки. Это ваши бриллианты? Ну какие бриллианты? Это слезы всего еврейского народа. О чем вы говорите? Я тот мужичок, которого ваш сын на перекрестке сбил. Как вы мне помогли? Я же раньше на такие горбаты ходил. А потом он мне раз и позвонок вправо. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Поздравляю, с выздоровлением. Спасибо. Счастливо. Ну, что скажете? Вы думаете, мы на вас управы не найдем? Не думаю. Знаю. Пойдем какого-нибудь коррумпированного мента в мусорку кинем. Вот это правильно, ребята. Удачи! Если обычные грешники просто горят в аду, то работники колл-центра горят в аду под одну и ту же музыку. Алло, здравствуйте. Вас приветствует Доля Кабель. Меня зовут Станислав. Как я могу к вам обращаться? Скажите, а когда вам удобно будет перезвонить? Как обычно, перезвонить через час. Ну ты, конечно, приколист. Когда вам удобно будет перезвонить? Смотри, как надо. Вас приветствует Доля Кабель. У нас акция. При подключении 3 канала вы получаете 5 подарок. Оплачиваете 1 месяц и получаете пакет плюс. Круто. Да пакет плюс дослушали. Это я 6-й раз ему за день звоню. Красава ты, красава. Ой, наконец-то! Отключите! Отключите меня от вашего кабельного! Пожалуйста, умоляю! А какая причина? Единственное, что меня держит на этой земле, это договор с вами. Я к деду хочу. Пожалуйста, отключите. А у вас интернет или кабельное? У меня уже 5 лет ни того, ни другого нету. Я вас все эти годы искала. Вы же меня и на том свете достанете! Бабулечка, а пойдемте я вас отведу в комнату для работы с клиентами. Как она нас нашла, я не понимаю. Пойдемте. Ой, пожалуйста. Ага. Ну вот я вас и нашел, гады. Станислав! Станислав, а я тебя таким себе и представлял, только мертвым. Ну, что, Стасик, готов? К чему? К путешествию. Куда? Вот! Слышишь ты,
Слышишь ты меня сюда? Слышу. Что? Что такое? Тебе не нравится? У нас сейчас бесплатное подключение к аду. Нет, я не готов. Может, кого-то из друзей посоветуете? Вы же не собираетесь меня убивать? Конечно, нет. Что ты? Я просто хочу поговорить. Тебе же платят за то, что ты разговариваешь с клиентами. Вот и мы сейчас с тобой просто поговорим. Наконец-то, может, ты мне откроешь секрет? Какой секрет? Ну, тот самый суперсекрет, который пытается разгадать все человечество. Как вы, гады, ко мне дозваниваетесь, а? Я 20 телефонов сменил. И семье все телефоны поменял. Я семью сменил. Вы единственные, кто дозванивается мне в метро. А знаешь, почему я пришел сегодня? Нет. Потому что ты дозвонился мне на выключенный телефон без батареи! Не убивайте, пожалуйста. Не убивайте? Не убивайте. А помнишь, что я тебе сказал, когда ты позвонил мне в 3 часа ночи? Помню. Что? Что засудите мне трубку. И потом что сделаю? И будете звонить, пока я не отвечу. Вот и не обижайся. Я сейчас полицию вызову. Полицию ты вызовешь. Давай, вызывай. Давай. Я не помню номер полиции. Значит, ты помнишь мой телефон, моей жены, моего соседа, моей собаки. А полиции ты не помнишь? Нет. 102, я тебе сам наберу. Да, спасибо. Давай. Алло, здравствуйте, вас приветствует Эля Кабель. Нет, это не акция. Помогите, меня хотят убить. Нет, если меня убьют, вы не получите модем. Он бросил трубку. Здравствуйте, это Доля Кабель. Здравствуйте, это Доля Кабель. Вы тут биороботы, что ли? Ну все, капец тебе. Я не понимаю, вы что, всем по очереди звоните? Нет, не всем. У нас есть черный список, кому звонить нельзя. И кто же входит в этот черный список? Те, у кого зарегистрировано огнестрельное оружие. Это хорошо, что я свой не регистрировал. 45-й калибр запрещен. Ну все, молись. Стойте, если вы меня убьете, как же я вас отключу? А ты хитрый. Давай отключай, быстро. Я так не могу, мне надо официально принять заявку по телефону. Телефон быстро! Больно. Дальше. 666-666-666. Почему я не удивлен? До сюда. Алло. Здравствуйте, вас приветствует Доля Кабель. Если вы хотите подключиться к нам, нажмите 1. Если вы хотите отключиться, нажмите 11354 умножить на 247. Видите полученный результат из 17 цифр. Давно хотел спросить. Что это у вас за мелодия все время играет? Это лунная соната, она очень успокаивает клиентов. Кого она успокоила? Хоть одного человека покажи мне! К сожалению, все операторы заняты. Что значит заняты? Вот же сидит передо мной, сопли жует. Давай отключай меня. Я не могу вас отключить, у вас долг. Какой долг? У меня все оплачено. Вы, наверное, сразу с долгом подключились по акции. Где это написано? В договоре это написано. В каком договоре? Покажи мне, где это написано, а? Вот там внизу мелким, ну, очень мелким. Вот тут, смотрите, вот видите? Я не вижу! Там подогреть надо. Да нету здесь ничего! Все, капец! Сосян, чаёк будешь? Ну-ка, стоять! Ты кто такой? Ну-ка, скажи свою коронную фразу. Иди сюда. Здравствуйте, это Доля Кабель. Антон!
Ой, Антоша! Дорогой ты мой человек! Один, два, чтобы... три, чтобы творить, четыре, ты... пять! Что тут вы делаете? Я оцениваю работу оператора! По пятибалльной системе! Я тебе только что пять поставил! Почему же ты не рад? А помнишь, что ты мне сказал, когда я позвонил тебе и попросил отключить меня? Что не отключу. А я что сказал? Что найдете меня. А ты что сказал? Что не найдете. А я что сказал? Что найдете. А ты что сказал? Что не найдете. А ты знаешь, сколько денег с меня сняли за этот тупой разговор в роуминге? Вы что, не понимаете, что ли? Да я готов в тюрьму обратно вернуться, только потому что там нету вашего доля кабеля. Уже есть. Мы вчера по акции все тюрьмы подключили. И психбольницы. Да. Вы хотите сказать, что мне сегодня некуда идти? Все. Все, отключил. Алло. Алло, добрый день, это Доля Кабель. А я смотрю, вы отключились. А вам дорого платить? А какая сумма будет удобна? Как зовут тебя, смертник? Спасибо за вопрос. Меня зовут Олег. Олежка, я найду тебя. Не найдете. А я говорю, найду. А я говорю, не найдете. А я говорю, найду. А я говорю, не найдете. А я говорю, нашел. Беги. Стоять! Российская сборная по тяжелой атлетике установила новый мировой рекорд. До них столько мельдония не ел никто. Всем известно, что российские сборные по легкой и тяжелой атлетике не допустили к участию в Олимпиаде. А вот как проходила та самая проверка, мы посмотрим прямо сейчас. Так, Смирнова! На 100-метровку. Итак, на старт! Внимание! Марш! Одна секунда. Так дело не пойдет. Так, Смирнова, ты там дозу уменьшай. Так, куда на базу без формы? Вообще-то я проверяющий. Да какой проверяющий? Нас всегда о проверках предупреждают. И ФСБ, и санстанция, и налоговая. Я из Международного антидопингового комитета. Мы, русские, проверок не боимся. Да, поэтому ваша база находится в Сибири, за полярным кругом, в бункере. Это еще ничего не доказывает. Что это было? Это вам показалось. Так, Смирнова, все, не бегаем, прыгаем. Хорошо пошла. Мы вас к Олимпиаде не допустим. Чего это? Мы анализы сдали? Сдали. Они чистые? Чистые. Так в чем проблема? Проблема в том, что все их сдавал один человек. Ну так, ну, мы же одна команда. Мы же все как один. У нас даже форма одинаковая. Почему у нас анализы могут быть не одинаковые? Но вы же женская сборная. Ну... Да. А анализ сдавал мужчина. Это ложь. Это наглая ложь. Вы просто хотите избавиться от нас, от нашей сборной. Все, тренер, медведя я поборола. Теперь какое упражнение? Света, ты сейчас не вовремя. А что? Это что, спортсменка? Да, просто у девочки кость широкая. У девочки? Сколько этому лет? 14. И уже полковник.
это ваша знаменитая тефочка-штангист-полковник. Мы ее тем более не допустим к Олимпиаде. Чего это? Она анализы не сдавал. Ну, не хочет девочка по-маленькому. Год не хочет? Терпит. Пока анализы не сдаст, на Олимпиаду не возьмем. Ну, ладно. Хотите, Света прямо сейчас сдаст анализы. Света? Света, не здесь. Ага. Что это было? Тренер, а еще одна баночка есть? Света, уйди, пожалуйста, я тебя прошу. Вы что, не видите? Это же не спортсменка. Это какой-то монстр. Это хорошо, что она этого не слышала. А так это женщина. Хрупкая, беззащитная женщина. Тренер, а где моя вторая гантеля? Светочка, я тебя прошу, пожалуйста, тренируйся молча. Ага. А откуда вдруг вообще возникли подозрения насчет нашей сборной? А вы что, не помните результаты прошлых соревнований? Нет. Мы как пятую золотую медаль получили, я сразу в активную подготовку ушел. Я так и думал. Вот, результаты прошлых соревнований. Ну, штанга, толчок, 200 метров. Ну так тут ошибка. Не метров, а килограмм. Нет, тут все правильно. Она метнула штангу на 200 метров. Так это раньше было. Сейчас-то я могу на 300. Светочка, не надо, уйди с глаз моих, пожалуйста, я тебя прошу. У нас достаточно доказательств, что ваши спортсменки принимают мельтоний. Вот это наглая ложь. Вы сейчас можете поговорить с нашим доктором. Евгений Михайлович, подойдите, пожалуйста. Евгений Михайлович, а? Мы даем нашим спортсменам мельдоний. Мельдоний? Это прошлый век! Мы уже разработали такое! Спасибо! Вот видите, доктор сказал, что никакого мельдония мы им не даем. Мне кажется, он врет. Врет? Как можно в его возрасте? Человеку 150 лет! 150 лет? Я бы хотел увидеть всю сборную. А у вас как с сердечком? Хорошо. Девочки, ко мне! Девочки, фу! Фу, девочки, фу! Больше нормальная. Спасибо, батя, за доверие. Постараюсь оправдать. Тренер, а он тебя не обижает? Нет, Света не обижает. Отпусти его. Что это? Что это такое? Хапка, еда! Компот! Так, идите кушайте в подвале, я вас прошу! Обед. Прекратите давать девочкам допинг. Вы им жизнь испортите. Кто их замуж потом возьмет? Кого они захотят, тот и возьмет. Тихо. Что это такое? Тихо тебе говорю. У Светы начался половое созревание. Она сейчас кидается на все, что движется. Что? Тренер!
Блин, 150 лет прожил, такая нелепая смерть. Ну так что, возьмете нас на Олимпиаду? Нет. Более того, ваши штангистки незаслуженно получили золотые медали на прошлой Олимпиаде в Лондоне. Они должны их вернуть. Все медали у Светы. Вам надо, вы идите, забирайте. Света! Хорошо, хорошо, оставляйте их себе. Смирнова вернулась. Молодец, Смирнова! Теперь челночный бег. У меня личный вопрос. Да. Почему же ваш допинг не помогает вашим футболистам? Просто он с алкоголем не смешивается. Так. Смирнова, хорош бегать. Все. Отдыхаем 30 секунд, потом два кружочка вокруг земли. Ну так что у вас с Олимпиадой? Берете нас на Олимпиаду, нет? Только через мой труп. Ну, вы сами этого захотели. Тем более вы уже видели нашу базу. Света, секс! Женщин сложно понять. Девушка Вика всегда влюблялась в красивых принцев, но потом они все оказывались козлами. Кстати, бывшие всегда приходят не вовремя. Именно об этом наш следующий номер. Любименький, я вернулась! Хорошо, солнышко, я на кухне. Угу. Заходите открыто. Любимая, я вернулся. Ваня, ты? Я. Через столько лет, а зачем ты пришел? Не могу без тебя. Сколько сидел, все о тебе думал. Вот с какой бы бабой ни кувыркался, а все равно твое лицо вижу, твои глаза. Ванечка, у меня совершенно другая жизнь. Я счастлива. А сейчас будешь в два раза счастливее. Да нет, у меня все вот это уже есть, понимаешь? Вика, открой банку, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А ты с коллегой по работе пришла? Ну ладно, я пойду, у меня голубцы выкипают. Это кто? Это мой повар. Повар? Фига себе, ты поднялась, Виктос! Ё-моё, повар, та-та держи! Коллеги, скажите вам, тарелки обычные ставить или праздничные? Конечно, праздничные, повар! Мы с Виктосом 15 лет не виделись. Конечно, праздник. Вика, а можно тебя на секундочку? Конечно, мы по специям поговорим. Ага. Вика, это кто? Это мой бывший муж. Что? Сейчас я с ним разберусь. Молодой человек. Из тюрьмы вернулся. Чего? Вы, голубцы, со сметаной или с майонезом будете? Да мне пофиг. Ага. Стоять! С майонезом давай. Давно я его не... Молодец, Женя, молодец, порешал. Ай, на самом деле, это не повар. А кто? Это мой близкий, родной человек. Кто может быть ближе повара? Что вы, что? Ну, теперь все понятно. Что ж ты молчала? Что ж ты не сказала? Сынок! Сынка!
Ё-моё, все ж сходится. 5 лет я на зоне, потом 5 лет в бегах, потом опять на зоне. Сынок, мой сынок. Ну, блин, если не мой сынок, я башку оторву. Папка! Сынок! Папа! Смотри-ка, какой ты у меня, а? Щуплый. Не моя порода, не моя. Я еще вырасту. Конечно, вырастешь, сынок. Ну, давай знакомиться. Папа Ваня. Евгений Михайлович. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Иванович, конечно, Иванович. Конечно, Иванович. Сынок, это ж я теперь всю тебе любовь возверну. Всю. Мы с тобой будем на рыбалке ходить, на охоту ходить, по бабам. Бабы у тебя были уже, а? Одна. Теперь много будет. Я тебе каждую неделю сделаю сафари бабское. Не надо, ему не нравится. Не, про сафари нормально. Нормально. Женя, скажи ему правду. Да. Сынок, скажи правду. К маме заходили другие дяди? А? Ни одного. Правда, был один. Сосед заходил из 9-й квартиры. Да. Денег у нас одолжил. А-а-а. Так это же мы у него одолжили. Ну, неважно, кто у кого одолжил сейчас. Сынок, а? Знаешь, как я мамку твою люблю? А? Люблю я ее. А? Всегда любил. А-а-а. Каждому столбу ревную ее, понимаешь? Я тоже люблю. Я еще тогда, помню, подхожу к ее подъезду, а там хмырь какой-то трется. А в руках у него букет роз. 21 штука. Знаешь, что я с ним сделал? Я его вместо вазы использовал. Женя, что делать будем? Для начала розы в вазу поставлю. Виктор, ты чё молчала, ё-моё? Да если бы я знал, что у меня пацан растет, я бы на год раньше сбежал. Так поэтому и молчала. Ой, молодец, да я тебя поцелую, ё-моё. Соскучился? А, давай погоняем! Давай! Конячки! Смотри, попку не задушили! Сильнее, Женя, сильнее! Да силёнок маловато еще пока. Иди, иди в свою комнату поиграй. Ой. А мы с мамкой тут пооткровенничаем. Ой, цепочку сорвал у тебя. Волос да? Закатилась. Да ее. Дай-ка палку какую-то, достану сейчас. Да! Смотри-ка, палку уже принес. Вот смышленый пацан, а! Молодец, слушай. Ну. Женя, если ты не скажешь, кто ты, это сделаю я. Значит так, на самом деле это... А, папка, пойдем, я тебе свою комнату покажу. Это не сын. А кто? Дочь. Чего? Да, мы... В общем, он со мной спит. Да ладно. Ты чего? До сих пор с мамкой спишь, мало, ты чего? Может, ты еще под себя ходишь? Вот сейчас первый раз. Ничего, батька вернулся. Теперь с батькой спать будешь. Да пойми ты, наконец, это мой новый муж. Муж? Какой там муж? Ну-ка, пойдем. Муж, поговорим по-мужски. А Женя говорит, что выходить на улицу, если он здесь тебе может в морду дать? Да! Не-не-не, не только в морду, еще и кулаком в живот. По полу тебя, говорит, размажу, сердце вырву и сожру.
холостячок. Все, жить надоело, я только прилегла. О, жирный вернулся. Тебе что надо, чмо лысое? Марина Францевна? Смотри, не забыл. Не все мозги сковородой подшибала я тебе. Чё ты припёрся? Порешись вас! Постарался с Евгением Ивановичем. Михалычем. Михалычем. Здоровайся и вали! Давно с ней живешь в одной хате? С кем из них? С тиранозавром. О, вы ее тоже так называете? Прикинь. 5 лет. 5 лет? Мужик. Я столько не протянул. Я 5 лет и в бега. Красавчик, я извиняюсь. Больше не побеспокою. А это, Виктос, муж у тебя настоящий мужик. 5 лет строгача! Как? Слышали? Мужик. Слышь, мужик, вали на кухню, там голубцы выкипают. И праздничные тарелки поставь вот эти вот. В останні роки при виборі чиновників до нового Міністерства освіти головна умова – писати російською з помилками. Отже, випадок в Міністерстві освіти. Так, так, дякую, дякую. Аж підскакую. Ну що, настроєння? Ну ви ж знаєте, що я хотів в якомусь міністерстві поприбильні роботати. А тут в цьому Міністерстві освіти, чесно говоря, таким тухлячком попахиває. Ну що, ну я тут вже 15 хвилин, мені ще ніхто нічого не заніс. Не одна людина. Ні, я розумію, що від водителя депутата до президента повинен бути якийсь проміжуточний етап, але якщо є можливість перевести до якогось міністерства покраще, поприбильні, я був би дуже вдячний. Извините, пожалуйста, можна? Ти хто? Я школьний учитель. О, ну хоч хтось щось приніс. Давай, клади сюди. Ти тільки від себе приніс чи від цієї школи? Що, простите? А, мабуть, тут у вас не так. Ну, давай, що хотів? Я учитель зарубіжної літератури. Якої конкретно? Конкретно русської літератури. А, почекай, ми що, її не заборонили? Десь тут треба було. А, отут не підписав. Зараз швиденько підпишу і будеш ти тим трудовиком чи фізкультурником. Стойте, 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 ви вже там такого папа надписували, извините. Що ви кипішуєте? Зараз швиденько підпиздесь і підпиздесь. Що, простите? Підпиздесь. Що, не розумієте державної мови? Ну, я же учитель зарубіжної літератури. Не просто зарубіжної, а такої, знаєте, літератури не дуже приємного зарубіжжя. Ну, давайте, розповідайте на своїй зарубіжній, що там трапилось. Ви недавно, видимо, по ошибці, підписали приказ о том, що збираєтесь изъять із школьної програми повість Пушкіна, о вещем Олегі. Ну, можливо. І що? Це ти її написав?
А что, простите? Ты Олег? Нет, вы что? Я не разумею, что ты хочешь, видно? Это Пушкин. Это произведение Пушкина. Я не разумею, що ти так за нього мазу тянеш? Ти що йому, кум, сват, брат, що? Ну як, це пам'ятник російської літератури. Ти що, не знаєш, що зараз з російськими пам'ятниками відбувається? Так що ми ще дуже толерантні. І з'яли, і все. Ну як, ви срізали геній, талант, світоч поезії. Ми срізали іронію судьби или с легким паром, а ты кажешь, якийсь Пушкин. Что? Да я этого так не оставлю. Я соберу литераторов. Мы отстоим это произведение Пушкина любой ценой. Так, так, так. Только не надо мне тут пикетов, голодовок. И так дрыщ, тут еще кони двинешь. На что они мне надо? Вот. Ладно, вот. Ладно. Все, ладно. Хай твой Пушкин приезжает. Дасть згоду на переклад його твору на українську мову. Це вже буде українська література і буде охоронятися державою. Все, конфлікт вичерпано. Як Пушкін може к вам приїхати? А що таке? Він що, не в'їзний? Ну, можна і так сказати. А що, сєпар? Пушкін, сєпар! Пушкин — это золотой век русской поэзии! Не-не-не, золотой век русской поэзии — это группа «Ленинград». Москва, почем звонят твои колокола? Ай, класс! Пушкина убили! Ну, то значит, не дарма мы его выключили с программы. Бандит был? Да. И кто вальнул? Вы не знаете, кто убил Пушкина? Я что, повинен еще сводки криминальные дивиться? Дантес! Дантес? Вот той щуплый из группы «Диасфильмы»? Что, ты не знаешь группу «Диасфильмы»? Что ты даешь? Та він ще недавно женився на Надьке Дорофеевой из «Время и стекло». Я не понимаю, чем вы апеллируете. Имя любимое твое, твое именно, имя любимое твое. И непобедимое, любовь моя. Что вы делаете? Это проект Потапа, ты что, не знаешь? Кого, простите? Ты что, Потапа не знаешь? Ну, не сталкивался раньше. Потап, ось кто поэт. Ось кто классик. Пырышки, пупырышки, пырышки, пупырышки. Ну, мене рве інша тема. Вот это. I don't wanna dance. Ваше отношение к Пушкину я понял. Тобто закрили тему, да? Да. Хорошо. Но само произведение «Песнь о вещем Олеге» было написано еще Нестором. Нестором? Это який? Той, что из регионов? Нестор летописец. А, то, мабуть, інший. Вот той Нестор, той лютый писец. Так, а про что оно, твое произведение? Как ни странно, про вещего Олега. Олега, Олега. Ты той, что с вилами бегая? Нет, про другого. Слушай, ну мне прямо цікаво, чего це мы его заборонили. А ну давай пару строк вольны. Как ныне сбирается вещий Олег. Так, Олег, ты кто? Князь Київський. А, прямо так? Слухай, ну поки туди, твій Пушкін. Туди. От якщо би ще оцей князь був, ну цей Віталій, вещий Віталій, було б
100% попадания. Ну там Олег. Да. Ну ладно, а что дали? Как ныне сбирается вещи Олег отмстить неразумным хазарам. Стоп. Окей, Гугл, кто такие хазары? Так, кочевий народ, який захватив території Криму і Приазов'я. Слухай. Ну, поки що туди, твій Пушкін. Прямо так він в тренді зараз. Ну, візіці. Слухай, а оці хазари, вони які? Вежливі чи таке? Там не указано. От якщо добавиш, що хазари вежливі, завтра піде в підручники. Завтра. Як я можу правити великого Пушкіна? Скажеш, що я дозволив. Давай, давай, мені вже цікаво, цей Пушкін. Победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Цариграда. Цариград, це, я так розумію, Кремль. Нет, это Стамбул. Щось геть не туди пішов твій Пушкін. Хто? Турки, наші брати, а він їм щита на ворота прибив. Все, вирішено, Пушкіна заборонити під піздесь і все. Скуксився твій Пушкін. Що? Здувся. Це вже геть не той Пушкін, якого я знав. Ви 5 минут назад нікого не знали. Що ще? Ідіот. Що ти сказав? Ви запретили Достоєвського. Ідіот. Ти ще раз мене так назвеш? Ти будеш не в'їзди, як твій Пушкін. Ідіот, це Роман Достоєвський. А, Роман. А як його по батькові? Кого? Достоєвського, кого? Федор Михайлович. Як то може бути? Роман Федор Михайлович Достоєвський? Ото правильно ми зробили, що і Достоєвського виключили. Щоб дітям мозк не розірвало. Що ще? Ви запретили мать. Твою? Горького. Твою мать. Ну це ж не твою, а Горького. Ви зрізали Муму, Каштанку, даму з собачкою. То я був на емоціях. Мене в той день собака покусав. Ви убрали Анну Каренину. Що вам зробив мій дядир? Тебе послухай, та я все геть позабороняв. Ні, ні. Одно произведення ви приказали додати в школьну програму. Ось бачиш, не такий я вже звірюга. Да, Гоголя. Второй том мертвих душ. Що за? По-перше, Гоголь – це наш поет, це я точно знаю. Я читав у своїй політичній брошурі. А потім до мене підійшов мій копірайтер і сказав, що був у нього ще й другий том. А я кажу, що це значить «був»? Хай буде! І ось він є. Ідіот! Роман Федор Михайлович Достоєвський. Пам'ятаю. Неуч, самодур, жопоголов! Ти дивись, скільки цей Достоєвський написав всього. Ще забороняти і забороняти. Звиняй. Так? Да, вже порішали? Клас. А яке міністерство? Екологія? Та ми зараз планету відеколожимо. Все, все, давайте, до побачення. Все, переводять мене в інше міністерство. А як же Пушкін? Пушкін, Пушкін. О, кстати. Ну, якщо у Пушкіна є якісь строки про екологію, то давайте, заходьте, покалякаємо. Ну, що?
Швейцария постепенно поднимается в рейтинге самых коррумпированных стран. А все потому, что с каждым днем там все больше и больше беглых украинских чиновников. И напоследок генеральный прокурор анонсировал задержание еще двух народных депутатов. Крутоголова Егора Григорьевича, блок «Мусоропомощь», и Олега Иваницы, блок «Бездарность». Местонахождение этих двух депутатов пока неизвестно. Это были все новости на сегодня. Как же это неудобно. Ничего, прорвемся. Да? И что мы будем делать, Егор Григорьевич? Еще раз назовешь меня Егор Григорьевич, я тебе голову откушу и глаз высосу. Извините, Елена Викторовна. Другое дело, Ольга Павловна. Кстати, почему Ольга Павловна? А почему Елена Викторовна? Это моя мама. Вообще-то моя тоже. Мужик. О, боже, какой лак! Где покупала? А, купила в магазине лаков. Здравствуйте, женщины. Здравствуйте. У вас все в порядке? Да, конечно. А что, с нами что-то не так? Как-то мы выглядим, мы обычные женщины. Да? А, просто вы уже вторую бутылку виски допиваете с горла. Понимаете, у нас праздник. Ее муж бросил. Это так грустно. За что же он бросил такую импозантную женщину? Пила виски из горла. Ну что ж, отдыхайте, но больше не пейте, иначе проведете всю ночь в аэропорту. Зачем всю ночь в аэропорту? Хотя с такой цыпочкой я бы провел ночку. Что, простите? А, ничего, я за ней прослежу. Да. Блин, осторожней, чтоб не спалиться. Сядь тихонечко. Ноги! Ты баба. А вы почему убежать решили? А я не бегу. Я выполняю приказ президента. Какой приказ президента? А он так и сказал. Все вот эти коррупционеры вон из страны. Вот, пожалуйста. А, так я тоже? Ну да. Владелец Мазерати с госномером 0008ВР, просьба подойти к своему автомобилю. Ой-ой-ой. Стой! Это засада. Нельзя тебе туда. Михалыча точно так же спалили. Он подошел к своему гелику, они на него, хать, и все. Он бежать, а куда, на каблуках? Владелец Мазерати с госномером 0008ВР. Просьба подойти к своему автомобилю, иначе он будет эвакуирован. Эх, прощай, матушка Мазератушка. Что сделаешь? Бог дал, Бог взял. Так это разные боги. Бывшие и действующие. Понятное дело. Да, это ерунда. Мне он знакомого в тюрьму посадили. Ой, да ладно. 3 года никого не сажали, а тут на тебя посадили. Не, ну, они залог долго собирали, но человек реально целый день сидел. Целый день, да? Не приноси отморозки. А вы вообще много воровали? Да если бы. Если бы много, уже бы отмазался. А так вот. Заглупили. Заглупил, понятное дело. А вы, Елена Викторовна, одна летите? Без Чё? Жены? Как-то одна. С женой. Зайка, я писать хочу. Терпи, фу. Куда я тебя тут поведу? Здесь собачек нет. Какой помадой пользуешься? Красной. Мужики, не подскажете, где гейт на Москву? А, фу, свои. Так вон же расписание, там все написано. А вы из какой партии? Я не из партии. Я из московского патриархата. Витал. Вот гады, а. Всех трусить начали. Святой человек, и тот боится. Да. Чуть $1 000 000 не оставил. Аккуратнее. О, батюшка, будьте осторожны, аккуратно. Аккуратнее, конечно. Слышь, у меня недавно была ситуация у знакомого. С наличкой его взяли.
Три лимона у него было, прикинь? С одной стороны ГПУ, с другой стороны НАБУ. И шо? Порвали надвое! Так, 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 так. Сори, сори, сори. А как думаешь, это из какой партии? Да с какой угодно. Может, ты коммунист, может, ты оппозиционер, а может, ты просто гаишник. Девочки, скажите, а где здесь рейс на Таиланд в Пхукет? Можешь не шифроваться, здесь все свои. Ой, так вы что? Мальчики, что ли? Мальчики, мальчики. Из наших? Из ваших, из наших. Вот и Китти моя. Китюня, скажи, где рейс на Пхукет, а, Китти? Что-то он переигрывает. Ну? Слышь, ты это, хватит шифроваться. Чё тебе в Пхукет-то лететь? Там никого из наших нет. Как? Там же сбор всех наших. Какой ещё? А чё нас не предупредили? Подожди, а ты из какой партии? Я не из партии. Я из наших, Китя. Ну-ка пошел вон отсюда! Что? Китя! Что? Мы депутаты, а не какие-нибудь... Ой, можно подумать, есть разница. У меня, кстати, судья один знакомый из Херсонской области. Тоже из этих. Так он деньги в подвале в 3-литровой банке хранил. Так все так хранят. Так он не просто хранил. Он их реально жрал зимой. Привычка такая появилась после одного обыска. Прошу прощения. Да-да. Вы очень понравились нашему шефу. И он приглашает вас на кофе. Понимаете, я замужняя женщина. Вы же сказали, вас муж бросил. Да, во мне очень живая еще душевная рана. Ничего, наш шеф ее вылечит. Она очень-очень пьющая. А это как раз любимый тип женщин. Знаете, я не пойду, я не такая. Мы не такие. Ну, выбирайте. Либо кофе с шефом, либо полный личный досмотр. Конечно, она пойдет. Она просто очень стесняется. Иди, я тебя тут подожду. Алло. Егор Григорьевич, а вы где? Я сзади тебя, Толик. Женщина, вам чего? Егор Григорьевич. Придурок, это я. Женщина, вы чего? Обзывайтесь. Я сейчас полицию вызову. Толик, закрой рот, иначе я тебе сейчас голову откушу и глаз высосу. Егор Григорьевич, не узнал. Простите. Встань, придурок. Богатым будете? Буду. Буду, если проскочу. Егор Григорьевич, а что это вы в женском платье? Вы что, в радикальную партию собрались? Что? Рот закрыл? Ты знаешь, кто такой Керенский? Нет, а что ему передать? Передай ему, что ты идиот тупоголовый. Понял, диктуйте адрес, телефон, передам. Так. Да, бабки привез? Да, конечно. Ты что, идиот в прозрачном пакете? Ё-моё. Дай. Муку из сейфа взял? Не, Егор Григорьевич, я к вам домой уже не успевал. Я в магазин заехал, вот взял 2 килограмма, вышли сорт. Толик, почему ты такой идиот? Ну что ты взял? А что, надо было ржаную брать, да? Блин, идиот! Брюлики. Какие брюлики? В сахарнице были брюлики. А, то брюлики были... А я думав, то тростниковий сахар, я його так ням-ням. Дебіл! А я ж думаю, чого він такий не сладкий. Значить так, гурман, ти у мене 3 дні тепер в туалет будеш ходити тільки на дуршлаг. Поняв, поняв. Доїхав нормально? Нормально, Ігор Григорьович. Ви сказали, бистро в аеропорт. Я мігом гелік прийну, виїхав на Бориспільську, я дав 250. Ух, зрюга! 2 рази поліцейські останавливали навіть.
Ну, я їм вашу корочку показав, вони мені: «Вибачте, будь ласочка, дозвольте вас до аеропорту провести». Так що я сюди з мігалками їхав. Ти ідіот, ти привів за собою хвост! Поцілуй мене, Толік. Що? Поцілуй мене, швидко. Ні, ви, звісно, ефектна жінка, але я не збираюсь вас... Ушли. Вроде да. Ты идиот, что ли? За что, Егор Григорьевич? Какого черта ты с языком полез? Так вы ж первый начали. Только попробуй об этом кому-то рассказать. Так, все. Иди, купи билет в Лондон, встречаемся на точке. Понял. И помни, только на дуршлаг. Понял, понял. Добрый вечер, девушка, не ходите в Лондон. Толик, иди нахрен! Ну что, раскусили? Хуже. Ну, ты это, ну не расстраивайся так, что ты... Раньше мы их, а теперь они нас. А, ты тоже, сучка, время не теряла, да? Да это Толик, идиот, помаду размазал. А, где ты, говоришь, лак покупала? В лакокрасочном магазине покупала лак. Погранслужба Украины, ваши документы. Вот со мной вот так же. Документы. Документы. Берите, у нас их много. Можно быстрее смотреть документы. Рекс, фу! Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Я из Бюст. Блин! Что сразу нельзя было сказать? Из Бюст. А, блок юморной старой тетки. Тихо. Она может быть где-то рядом. Она всегда где-то рядом. Да? А, извините, а собачка зачем? В ней бриллианты. В меня реально уже просто не лезут. Умно. Умно. Простите за опоздание, пройдемте. Наконец-то! Вообще, почему тут трое человек должно ждать какого-то пилота? Послухай сюды! Я не пилот. И молитесь, чтобы в кабине самолета было то же самое, что и на компьютерном симуляторе. Со мной! Прорвемся! Усім відомо, що українська мова найспівучіша у світі. Тому коли ми, якщо когось, перепрошую, матюкаємо, це звучить як солов'їна пісня. А зараз уявіть собі, студія одного із регіональних телеканалів. Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Культура». В ефірі культурно-освітницька програма «Від джерел до джерел». Сьогодні проблематика нашої програми – українська мова у сучасному суспільстві. Чи є ця проблема, чи вона надумана, допоможуть мені розібратися наші експерти в студії, які завітали до нас у гості. Це справжні українські митці. По ліву руку від мене письменник з Закарпаття Орест Горович. То є так, все гайно. Я є верховинець, живу біля Гоцу. Вуйко Горович, Шахівський район. Я завжди шрайбую твори, шрайбую вірші.
Я взагалі-то завжди шайбую тільки українською мовою. Тільки. Йо? Йо. А я нагадую для тих, хто тільки що підключився, що проблематика сьогоднішньої програми – українська мова. По праву руку від мене продюсер, саунд-дизайнер, кліпмейкер, шоу-ранер з Києва Алекс Стратош. Стратош. Ой, вибачте, Стратош. Стратош, то є ваша професія? Ну, взагалі-то ні, це мій нікнейм. Нік... Логін. Ну, то й добре. Оресте. Так? Як ви вважаєте, які проблеми з українською мовою є найбільш актуальними? То є біль, то є галера, але треба Дінський мусово шайбати українською диктантом. Файно шайбати. Толоком. Я? Я? Воно то йо, але ж... Я зараз не зрозуміла, чи зрозуміли ви моє питання. А вже ж, я лярмо приїхав сюди до шпинту вирішити питання української мови. Второпали? Тобто проблема є. І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте повільніше, ага? Йо. Треба. Це я зрозуміла. Ненське. Ненське. І мусово. Шрайбате. Толоком. Йо. Не допомогло. Доста. Маємо, що маємо. Треба алярмово та до шпинту. Просто. Так чи ні? Йо. Господи, допоможи. Алексе, а як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? Вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Як? Креативно. Використовувати тільки топ-медіа. Я запишу. Пости у Facebook, Twitter, лайки в Instagram, cross-repostінг. Креати, а далі? Потрібні українські стартапи, брейншторми і встановити чіткі, конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. Може, продовжимо далі? Може, я щось зрозумів, що? Давайте краще ви на прикладах. Окей. Наприклад, мій продакшн. Про що? Продакшн. Це ваш знайомий, да? Ні, це моя студія, креативний продакшн. Так, так. Так ось мій продакшн виробляє контент виключно українською мовою. Only original product. Handmade, розумієте? Оресте, yeah. А ви щось зрозуміли? Це дощ підухляче. Що тут можна втропити? Yeah. А давайте ви намалюєте свою відповідь. Давайте. Yeah. Ага. Алексе, а як ви вважаєте, чому виникають проблеми з мовою? Я думаю, через непрофесіоналізм. А конкретніше?
Наприклад, я приходжу в офіс. Так. Клінінг-менеджер захворіла. Окей. Я зустрічаю спічрайтера і копірайтера. Вони мені говорять, фліп-чарт брудний. І я тільки whiteboard. Я говорю, камон! Як ви можете воркати, коли у вас немає must-have стафу? Вибачте, а ви зараз якою мовою говорили? Ukrainian, of course. Дякую. А у нас є питання від інтернет-користувачів. О, інтернет-юзер, це цікаво. У вас на сайті є fuck you? Тримайте себе в руках, у нас прямий ефір. Я зачитую перше питання з нашої стрічки. Отож, перший нах, якесь питання без знаку питання. Оресте, а як ви вважаєте, що хотів сказати цей користувач? Геть не зробив. Це ж керебер шлях би отрахив. Зузьке! А так йому й напишіть. Давайте поговоримо про українську музику. Алексе, а як ви вважаєте, чому зараз так мало українських музичних колективів? А, розумієте, справа в тренді. Зараз... В чому? В тренді. Це ваш другий знайомий, так? Ні, це тренд, він визначає фешн. Який молодець! Хто? Тренд? Продовжуйте, будь ласка. Так ось, українська музика є, вона розвивається в таких напрямках, як прогресів, хаус, електро, драм енд бейс, дабстеп. Може, я не дуже чітко вимовила питання? Я питала про українські музичні колективи. А, Made in Ukraine гурти. Я слухаю багато української музики. Це і Джемала, Hard Keys, Quest Pistols, Boombox, Piano Boy, Green Grey. Це кльово. Так. Але ж... Чи є серед них, щоб було українське слово у назві? Дзідзя! Будьте здорові. Немає жодного? Оресте, може ви приєднаєтеся до нашої розмови? Я ж то й кажу, дідьо! Будьте здорові ще раз. Українські музики? Так. Всі виходять на бескет. У кожного хлопа лепка тримбіта. І всі починають данс. Гойда, гойда, лежа, бадля! Данс, данс, трилипай! Хоп, хей! Дякуючи Богу, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Здравствуйте. А какая тема передачи? До побачення. У нас інший дзвіночок, слухаємо вас. Что-то сорвалось? Я хотів би пісню поставить. Вибачте, а як вас звати? Володя. Володя, ідіть нахрен, у нас культурно-освітницька програма! Ми продовжуємо наш ефір з нашими експертами. І наступне питання. Чи потрібно у школах приділяти більше уваги українській мові? Що? Що, українській мові? Я говорю так, звичайно. Наприклад, мій продакшн закупив у ліцеї купу лептопів з Wi-Fi, 3G connection. Діти можуть вільно даунлодити буки українською мовою. Крім того, ми пропонуємо розділити вивчення української мови на етапи. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced, professional. Ось у мене, наприклад, advanced української мови, а у вас? Оресте, що ж ви мовчите? А яке питання? Питання, чи потрібно українцям вивчати українську мову? Йой, а вже ж, а що ж тоді вати? Українську, бо то є файненська мова.
Бо якраз почнуть башталакать у горах по-своєму. Бо німецький або по-американський шлях би їх трахив. Ніц не втелепиш. Най в себе вдома башталака по-своєму. А ми в горах по-своєму. А в нас тут ще дзвіночок нема. Але ж ми можемо комусь зателефонувати. Будь ласка. Алло! Алло! Алло, здравствуйте! А як ви відноситеся до української мови? То, що ви обсуждаєте, це повний бред. Українського язика не существує, є тільки русский. Давайте вже наконець поставимо всі точки над «і». Вибачте, будь ласка, а над якими «і» ви збираєтесь ставити точки? Алло? Що? Правильно казати «че», бо через плече. Йой, ми вже говорили, як москалі по деревах сиділи. А яке ж то лецьте. Агі тобі не лицьте, падло. Агі! Агі! Щось і робе. А я думала, ви вдавилися. То нерви. Хреново. А ми продовжуємо культурно-освітницьку програму «Від джерел до джерел». І у нас ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Дякуємо вам, що ви підіймаєте таке важливе питання нашої рідної солов'їної мови. Будь ласка. Хочу сказати, що українська солов'їна мова тече наче річка. Боже, як ви гарно розмовляєте українською. З якої ви області? Я з Канади. Дякую, до побачення. Зачекайте, поговоріть з нами ще. Йо, то Канада? Канада. А я знаю, фіглі-міглі, йо, Канада, йо! Які фіглі-міглі, Орес? Анекдот, чи не зя? Ну чому ж, це може бути доречно. Послухайте український анекдот. До емеритури збираєшся дотягти? Чого ні? А що будеш робив? Як що? Йо, до Канади! Реклама! Хлопці, що ж ви робите? Так не можна, я ж вас геть не розумію. Давайте ми всі розслабимось, чогось вип'ємо, чай, кава. А мені, будь ласка, фрапе і чизкейк або мафін. Чай з лимоном, будь ласка. А і чизкейк. Добре. З цукром. А ви щось будете? Горнятко горбати. Не, з кремзликами. Йо? Йо. Два чая, будь ласка. Ми повертаємось в ефір, хлопці, приготуйтеся. 3, 2, 1. Ми знову в ефірі, і ми говорили про українську мову, і треба підводити підсумки. Тож, завдяки нашим експертам ми дізналися, що без фліп-чарту, вайтборду і клінінг-менеджеру не буває свого продакшену. Так? Так. Ще ми дізналися, що треба толоком, мусово шрайбати українські диктанти. Так? Я! Так. Тобто, мовне питання ми сьогодні вирішили. А наступна проблематика програми – українська економіка. І у нас у студії будуть українські економісти Ізя Кальцман, Кшиштоф Пшоштович, і Заур Заманадзе і Швілі. Дякую за увагу. І як у вас кажуть, до побачення? Папа. Папа і мама, привіт. А ви, зараз я скажу, най вас шлях трафить. Йо! Дізель шоу.
Как говорят на Марсе, незваный гость хуже землянина. Итак, внимание на экран. Сенсаційна новина. Перша експедиція землян у складі 4 астронавтів – США, Китаю, Франції та Росії – нарешті досягла планети Марс. Наразі стан астронавтів нормальний, експедиція проходить за програмою. Дивимось наш спеціальний репортаж. Дорогі друзі, всі живі-здорові, я поздравляю вас, я поздравляю, ми очутились на цій планеті. Дорогі друзі, давайте вже ісследувати цю безлюдну планету. О, вже проснулись! Марсіані! Помогите, сипопле! Японна мать! А что ты сразу матом? Кто вы такой? Как вы здесь оказались? На Блаблакаре. Та шутка! Ты диви на себе! Такий... Я, конечно, прошу прощения, но как вы оказались на экспериментальной станции? Братишка, я купив билеты на матч Словения-Украина за час до начала. Думаешь, сюда было сложнее, Володя? А что это за флаг такой? Ты что, москаль? Извини за братишку. Так, кто тут у нас? Америкос, how do you do you? Hello. Так, француженка, французский поцелуй. Это чеснок, привыкнешь. И это у нас китайоза. О, сухой чай в Исинцоке. Так. Что я сказал? Сам не знаю. От же ж дал Бог компашку, да? А с Винницы никого нема? Полтава, Рахів, Івано-Франківськ. Виктор? Степан Грицько. Вільна, незалежна Україна. Ви чому так нагло себе ведете? А тому що ми вже не на землі. І тут я, в смислі Україна, самая сильная. Да, Володя? No. Здесь, в этой экспедиции, Америка главный. Меня слушать должны все. Стоять, коняка. Тут мы все марсиане и москаль. И решение мы будем тоже принимать все вместе, без Володи. Я, конечно, прошу прощения, я дико извиняюсь. Во-во-во-во-во, Володя, у меня с некоторых пор аллергия на вежливых людей. А, кстати, а где футболка «Марс наш»? А где ваш скафандр? Вы что, в этом прилетели? Ты а что? Ну, это невозможно. Это нечеловеческие перегрузки, отсутствие атмосферы. Это... Братан, ты ездил поездом Харьков-Трускавець в день ВДВ? Вот где отсутствие атмосферы. Дышать вообще нечем. А тут у вас... Я прошу прощения, что прошу прощения. Ну просто, при чем здесь скафандр? Что вы здесь вообще делаете? А ты? Ты что? Я объясню. Объясни. Это российская, извините, российско-американская, китайско-европейская экспедиция. О, а Украина – это Европа. Какая разница? Вашей страны нет в списке. А це кто так решил? Володя? Кто? Чи ты Джон? Кто это решил? Я не понял, вы что тут на Марсе? Нефть нашли или газ? Нет. А что ж вы обои сюда приперлись, а? А, я понял. Вы решили и Марс без нас разделить, да? Хрен вам! О, накуси-выкуси! Вы нас неправильно поняли. Да? Мы ученые, лучшие из лучших. Да, я лучший астронавт, биотехнолог. Я лучший астронавт, микробиолог. А я лучше... Я знаю.
А цель приезда? Цель приезда — исследовать эту планету и зачать здесь новую колонию, новую жизнь, новых людей. Так с этого надо было начинать. О, вот теперь разрешите представиться. Девчата, посвиньтесь. Степан Грицько, астронавт-осеменитель. Ну что, Европа, готова ко входу Украины, а? А ты что, Китай, навчимо Европу бенкетувати, а? Знаете что, извините меня, конечно, но разрешите высказаться? Разрешаю. Ладно, ладно вы, женщина. Ну, ну вы же... Вы же наш, мой личный стратегический партнер. Ну, вспомните наши тренировки. Украина, охотю. Ай, молодець! А как же мы? А вы, кстати, тоже не сачкуйте. Идите в дальнюю комнату и решайте, кто кого. Вы что думаете, что, что мы с ним будем... Это самое, что ли? Так вы на земле только этим и занимаетесь. А как у вас, интересно, с двумя получится? У нас будут дни Украины в Европе, дни Украины в Китае, а будут такие дни, что Схід и Захід разом. Ну... У вас ничего не получится. Ничего не получится. Не получится. Через 4 года, по плану, нас здесь должно быть уже 10. А что еще тёлки будут? Не? Слышишь, а ты украинские песни спеваешь? А вареники лепить умеешь? Ну что ж, секс так секс. Так, ну что ж, давайте расширять эту колонию. Где у вас тут презервативы? Да. Да что вы все про это и про это? Вы что думаете, что здесь же как опасно? Вы знаете, как опасно здесь? Да, это очень опасная миссия. Да. Кто-то может даже стать ее жертвой. Да. А что ты так Володю назвал? Кто-то? Вы знаете, что по одной из гипотез на Марсе когда-то была жизнь. Кстати, а что вы решили, что эта планета необитаемая? Я не понял. У вас что, был контакт с марсианами? А ты что, ревнуешь, мала? Не переймайся, ты краще. Что вы его слушаете? Это невозможно. На Марсе не может быть жизни. Здесь непригодная для жизни атмосфера. Братан, я в Киеве жил на Поздняках. Там то бензоколонка шибанет, то торфяники горят. Тут реально атмосфера... Ах, сказка! Кстати, если мне не веришь, можем москаля отправить. Иди проверь все потом. Так, так, а мы пока по 50. Давайте, ребята, налетайте. Все е, все е. Это что, алкоголь? А что, тебе нема 18? Нет, просто на Марсе. Это может вас убить. Чув її? Убить. Та ми ще два рази за третій будемо бігати. Україна, алкоголік. І ти через місяць будеш. Давай, Меркос. Ну, розкажіть, як ви сюди попали? Та як? Як усі. В третьому відсекі літав. Оу, у нас же там летели экспериментальные свиньи. Нужно проверить, как они долетели. Та все нормально, вони долетіли. Кровянку кто-то будет? Сальтисон? Дивіться. Так, ну что вы сидите, как не свои? Давайте, налетайте. Во-во-во-во-во-во-во, Володя. Это санкционные продукты. Короче, понял, да? Россиянам нельзя. Ну, давайте тост. Чтоб флаг стоял и тёлки были. Ага! Это что? Россиянин!
Я знаю этого марсианина. Не открывайте дверь. Добрый вечер. Ах ты ж скотиняка така. Я тебе послала мусор виносити, а ты с цими... Прости, Господи, я перепрошу. Это микроастронавтки. Да? Це мікрошалави, вибачайте мені. У моєї, кстати, глаз намітаний. А ну, бігом домой. Іду, іду. Бігом домой. Колеги з вами, хорошо, но треба додому, додому. А що це було? Звиняйте, судочки, заберу, бо вб'є. В одной области Украины чиновники договорились не воровать полгода. Буквально на следующий день часть из чиновников взяла отпуск, часть ушла на больничный, ну а остальные пытались обжаловать данный договор в Печерском суде. Одесская область действительно сейчас популярна благодаря своим реформам. На этой неделе этот эксперимент решили запустить и в других областях Украины. Итак, в кабинете у одного из губернаторов. Галю, я ж тобі сказав, щоб ні одна морда до мене не заходила сьогодні. Здравствуйте, я із Києва. А, так, 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 проходьте. Чекали вас, чекали. Мені сказали, що ви приїдете. К вашому візиту готов цілком і повністю. Дуже хорошо. А ви один приїхали? Один, а що? Просто там в сауні 12 дівчат. Я думав, що ви як мінімум вдвоєм будете. Яких дівчат? Ой, простите. Ви ж із Києва, звісно. Коля, у тих дівчат гони, найди якихось мальчиков. Поняв? Та я що, а я що знаю, де їдь до Києва? Просто у нас регіон трохи заторможений, мода ще не дійшла. Що ви меліте? А, тобто, Коля, поки на паузі. В общем, було прийнято рішення провести в вашій області експеримент. Що? А прямо так прийнято-приприйнято? Чи можна ще пошуршати, подвігати? Прийнято. Прийнято. Понятно. Скільки? Що скільки? Ну скільки треба дати, щоб експеримент пройшов не в нашій області? Послушайте, експеримент пройшов успішно в Одеській області. Так. Тепер ваша очередь. Так а за що? Я ж нічого поганого про Саакашвілі не казав. Ну... Ви подумайте, просто це ж не тільки моя область. Воно б, звісно, хотілося, але ж тут же ще й люди живуть. Ви дайте людям якогось там, я не знаю, статус учасника експеримента. Що ви меліте? Ви не розумієте? Якщо експеримент пройде успішно, по ньому буде жити вся країна? Що? А якщо не успішно, ми заживемо хорошо, як раніше. Вот. Именно потому, что жить надо по-новому, по-новому, эксперимент будет в вашей области. И уже в зависимости от результата мы будем... Что? А вы результаты реально будете проверять, приезжать, дивитесь? Чи можно будет просто отчеты в Киев отослать? Нет, мы будем приезжать, мы будем требовать результат. Это уже хуже. Как у вас, кстати, реформа с новой полицией? А, с этим нормально. До речи, хотел спитати, то надолго? В смысле? Ну, це шоу. Просто люди всі думали, що як тільки вони зі всіма перефоткаються, вони щезнуть. Знаєте? Але ж ні! Вони ще тут. А старі менти сидять вдома і питають мене, що їм робити? Чи виходити на роботу? Чи вже можна офіційно трудоустраюватися в банди? А я ж не знаю, що відповісти. А ви не розумієте, що це не експеримент, це реальні реформи. Реальні? Реальні. Нова поліція створена, щоб боротися з алкоголізмом за рулем. А, от для чого. З наркоманією. Кстати, як у вас в області з наркотиками? Нормально. Що вас конкретно інтересує? Ви з ума сошли? Ах, простите, ви ж із Києва.
Коля, бери все. У той порошок бери и у таблетку красную обязательно. Я говорил про борьбу с наркотиками. А, Коля пока на паузе. Боремось. И? Пока проигрываем. Где-то 6-0. А вы должны реально бороться, понимаете? Реально. Да. С наркоманией. Да. С коррупцией. С коррупцией. Перестать, наконец, быть дотационной областью. И начать зарабатывать. Зарабатывать. Да мы вообще-то и на дотациях тут норм... В смысле, вы тільки скажите, як, и мы як попремо? Да очень просто. Просто определить несколько самых доходных направлений. И развивать их, развивать. Вибачте, але ж вы тільки що сказали з ними боротися. Слушайте, вы совсем идиот, простите, пожалуйста. Да, не, а як надо? Чем вы тут вообще занимались раньше? Як то? То, що ви сказали, вулиці переименовували. А, до речі, хотів спитати, це надовго? В смысле? Ну, людям вже запам'ятати оці нові названня, чи скоро вернеться к старому? Слушайте, нічого уже не вернеться. Комуністи теж так говорили. А ще ви повинні розуміти, що реформи повинні коснутися всіх сфер без исключения. Всіх. Например, да. Вы должны избавиться от очередей в больницах. А, ну так сделаем платный вход и все. Какой платный вход? А, тобто кардинальная реформа? Кардинальные реформы. Тобто всех под нож? Это мощный эксперимент. А прокурор прикрыє? Так а что я у вас питаю? Он же в мене на паузе. Коля, а ты в курсе цієї акції? А в школах? А, пока на паузе. Что в школах? В школах родители не должны платить за учебники. А я оце можно запишу? Записывайте. Ага, тобто с сьогоднішнього дня за підручники платят вчителі? Нет. А, тобто геть вообще избавиться от этих учебников? Правильно! Я сразу сказал, на что там макулатура? Что вы несете? А, тобто сказати дітям, щоб вони самі заробляли собі на образование? Геніально! Це ж мотивація! Клас! Скажите, вы хоть немножко понимаете, что я вам говорю? Нет, но делаю вид, что да. Как вы вообще попали на эту должность? А це важно? Это важно. Я кум. Кум. Чей? То не важно. Нет, это как раз важно. Да? Потому что вы должны избавиться от этого своего кумовства. Да. Нужен новый, кардинально новый подход. Например, да. Вот любой человек может получить любую справку за 20 минут. Я сказал что-то смешное? А, то была не шутка. Так, а что вы маєте на увазі, что людина прийде и за 20 хвилин візьме справку про несудимость? А вот справку о несудимости вообще брать не надо. Что значит, не надо? Я брав. Так, знаете, я устал. Садитесь и записывайте. Ага. Так. Пишите? Да. Нужно бороться с коррупцией. Бороться. Во всех направлениях. Во всех направлениях. В судебной сфере. Предупредить брата. В прокуратуре. Позвонить куму. А лучше всего создать отдельный орган, который это будет все контролировать. Уже создали. Коля, хай твой свояк завтра выходит на работу. Да там образование не надо. Вы что, идиот? Пока оба на паузе. Слушайте, мы же вам в Киев стільки грошей переправляем, чтобы вы нас не чпокали, а вы что-то... А вот согласно новому закону о децентрализации, деньги в Киев переправлять не надо. А да я стільки на личману возьму, вы что? Деньги остаются здесь, и люди решают, на что их потратить. Люди? Да. Сами? Да. Ха-ха!
А люди вже все рішили. Интересно. Так, вони так і сказали. А давайте всі гроші віддамо лично вам. Я денег не возьму. Ну, конечно, об чем разговор? Вы только скажите адресу, куда эту фуру пригнать. Какую фуру? Трехосную. Слушайте, вы можете хоть раз потратить деньги на что-то нужное, что-то толковое сделать, я не понимаю. Строить велосипедные дорожки, как в Европе. Как в Европе. Парки разбивать, скверы, как в Европе. Как в Европе. Нужны радикальные реформы. Да. Принимать непопулярные решения. Да. И не бояться за свои задницы. Как в Европе? Как в Европе! Тобто ви маєте на увазі, що відкрити свої двері на зустріч реформам і смазати петлі? Знаєте що? Я устал з вами розмовляти, устал вас слухати. Вы просто садитесь и записывайте. Да. Я донесу то, что должен до вас донести. Ага. Значит так, с этого дня все госзакупки проходят через сайт Прозорро. Классная идея. А чей сайт? Ничей. Ваш, да? Да нет, не мой этот сайт, нет. А вы доверяете этому Зорро? Да какому Зорро? Нет никакого Зорро! Это государственный сайт, он ничей, общий, все! Я тут с 91-го року працюю, такого не бывает! Просто запомните, все госзакупки через сайт Прозорро! А, Зорро – это премьер-министр, нет. Да? А этому Зорро, случайно, конфеты или шоколадки не нравятся? Слушайте, вы какой-то балбес вообще, беспросветный просто. Как вы попали, кто вас поставил на эту должность? В первый раз, чи в другий, чи уже зараз? Знаете что? Таких, как вы, гнать надо. Есть за что? Есть за что. Да. И только потом проводить реформы. Да, абсолютно согласен. Извините, пожалуйста, Коля, если ты насчет тех... Доброго дня. Так, это я, слухаю. Так. Доброе, выезжаю. Что это вас так вдруг развеселило? Скончился ваш эксперимент. Как это он мог закончиться? Только что меня назначили якось там начальник управления контролю реформ. Вас? Тобто я теперь вас начальник? Что вы там казали про Европу? Коля, зустрічай людину, идите смазывайте петли, я подойду. О, зараз буде! Сегодня Украине 25. За эти годы нам обещали многое. Высокие зарплаты, хорошие дороги, качественную медицину. Честных чиновников, твердую валюту и настоящие реформы. Нам кажется, что 25 лет – это как раз тот самый возраст, когда пора это все рожать. За 25 лет в Украине прошел один чемпионат Европы по футболу, одно Евровидение. Почти два. Да. Две революции, три моря. Это с киевским. Четыре скачка валюты. Пять президентов и пять долларовых миллиардеров. Интересное совпадение, не правда ли? 6 миллионов безработных и 100 миллиардов долгов. И все это в одной стране. Ты у меня одна, маленькая страна, очень богатая, бедная ты моя. Вечно терпящая, Киев кормящая, центроевропная и хитроумная, Рошена конфетная, Мау приватная, трубопрокатная, мясомолочная. Ты бездорожная, но поршкаенная, уже безгаишная и безакцизная. Джамала поющая, сало едящая,
чуточку пьющая, но работящая. Горы полны угля, родит во всю земля. Что ж тогда бедная, а трохи ленивая? Малобюджетная, малозарплатная, малопенсийная, многоходящая, газотранзитная и хлебосольная, многокредитная и безфутбольная. Подождите, при чем здесь футбол? Украина в первую очередь женщина. Очень ранимая, нежная, милая, в меру скандальная и сексуальная. Курса растущая, взятка берущая, взятка дающая, туму не вмирущая, голубо-желтая, жовто-блакитная, многоязычная, багатопроблемная. Ты прогрессивная, но допотопная, Євросоюзная и азиотная, левобережная, правобережная, але безмежная и незалежная. Богом ты мне дана, маленькая страна. Какая б ты ни была, но ты у меня одна. Любимая ты моя, земля украинская, страна вдохновения.